Мы начинаем наш репортаж о праздновании 70-летнего юбилея Великой Победы. Парад, ему посвященный, предваряло вечером 8 мая факельное шествие. Знак нашей памяти о погибших на фронтах Второй мировой войны красноармейцах. Молебен о душах павших воинов отслужил благочинный Острогожского церковного округа протоиерей Георгий Веретенников. Девятого мая скорбь сменилась праздником. В торжественной демонстрации, прошедшей от площади Ленина до Вечного огня, приняли участие сотрудники районной городской администрации, представители предприятий и общественных организаций. Впервые в истории Острогожска прошла акция «Бессмертный полк». Несколько сотен наших земляков несли портреты своих отцов, дедов, прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Потомки чтили память своих предков, благодаря которым и стало возможно мирное шествие, посвященное 70-летию Победы. На трибуне у братской могилы обратился к собравшимся глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов. Мы с вами находимся на святом для каждого жителя нашего города и района месте. Это братская могила номер 223. 200 дней и ночей
находился Острогожский район немецкой оккупации. В боях за город Острогожск смертью храбрых погибло около 5000 бойцов и офицеров Красной Армии. Жители Острогожска перезахоронили останки воинов в этой братской могиле и воздвигли на ней 9 мая 1970 года мемориальный комплекс. И мы с благодарностью преклоняем сегодня свои головы перед мужеством и доблестью освободителей, в рядах которых было немало и наших земляков. Поблагодарил ветеранов и глава администрации города Острогожска Александр Колесников. Спасибо за то, что отстояли наш мир, отстояли нашу жизнь в то далекое время. Но в этот день мы вспоминаем и тех, кто не вернулся с войны, тех, кто не дожил до этого прекрасного момента. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию парад юноармейцев из школ района. Thank you.
За юнармейцами проследовали солдаты и офицеры воинской части После трехлетнего перерыва в параде приняла участие и воинская техника. Завершаем мы наш сюжет прохождением на параде военного оркестра.